провести тренировку как настоящий профессионал. Видите? Да! Медиахолдинг Сибинформбюро продолжает реализацию проекта «Тренировка со звездой» от Тюменской арены. На площадке сквера «Семейный» в Восточном административном округе с ребятами провел занятие чемпион России, игрок мини-футбольного клуба «Тюмень» Андрей Соколов. Правой ногой встаем вне. Только правой ногой. Поехали, поехали. В детстве всегда все прикольно, все весело, особенно заниматься спортом, особенно в каких-то командных вещах, состязаться, сравнивать себя с кем-то, становиться лучше, стремиться к чему-то. Ну и вообще получать удовольствие – это самое главное. За 5 лет в Тюмени и области построили около 500 спортивных площадок, что вовсе не значит, будто на этом можно успокоиться. Второй важный очень этап – это потому, что на этих площадках была жизнь. И в городе есть спортивные организаторы, которые возятся с детьми, есть ребята, которые приходят вечером попинать здесь футбол, но никаких усилий этих замечательных людей нам не хватит для того, чтобы эти площадки загрузить. Большая проблема, конечно. Вот одно поле, где у нас есть такой тренер, дядя Витя из «Пламени», к нему много сюда людей ходит, потому что поля нету. Будешь приходить? Конечно. А почему? Ну, потому что интересно. А что именно интересно? Ну, футбол, там все такое. А за что ты футбол любишь? За многое. Мой балдежный матч – это когда мы разнесли команду 15-0. Какую команду и как это было? Про футбол. Я там забила 5 голов. Совсем недалеко будет парк Константина Лагунова, нашего с вами тоже коллеги, замечательного тюменского журналиста и писателя. Вот, мы уверены в том, что там тоже будет еще одна точка притяжения, будут спортивные площадки, будут возможность позаниматься спортом. На улице вы сами все тренера, сами все хозяины, сами учитесь организовывать свое дело, свою игру, поэтому и там можно кайфовать. Танцев с мячом, когда мы там с мячиком разминаемся. Ты сейчас нам покажешь? Да. У нас впереди там более-менее постоянная периодичность летом. Возможно, другие виды спорта. Ну вот посмотрим про волейбол. Может быть, есть какие-то там еще игровые, так сказать, тренировки, которые могут быть. И ну, хочется вообще провести там несколько фестивалей, так сказать. То есть фестиваль мини-футбола в районе, фестиваль дворового футбола. Возможно, какой-то родится талант, какой-то родится просто интерес у ребенка и смысл появится в его жизни какой-то очередной. Поэтому, да, 100% очень важно. Yeah.